Речевой театр для солнечных детей в Барнауле существует почти 5 лет. Сегодня в нем занимается больше 10 ребятишек разного возраста. Здесь они учатся правильной артикуляции, умению держать себя на сцене и проживать эмоции своих героев. Но каждый урок для них – настоящее преодоление себя. Все дети абсолютно разные, и, конечно, у них у каждого вот есть определенный порог, да, поэтому наши занятия, они там длятся не больше 40-45 минут. Мы обязательно повторяем каждый раз вот ту нашу программу, которую мы готовим. Мы над этой программой работаем в течение года. Это единственный в городе подобный кружок и одна из немногих возможностей для социализации детей с синдромом Дауна. У каждого воспитанника есть свои большие и маленькие победы. Они выступают на разных мероприятиях, которые проводит краевая библиотека. В планах поставить настоящий спектакль. Но ни костюмов, ни декораций для этого у студии нет. Мечты должны сбываться, уверены в редакции журнала «Автограф», который в этом году проводит юбилейный 5-й по счету сезон театрального проекта «Большая сцена». По традиции 100 рублей с каждого проданного на премьерный спектакль билета идут на благотворительность. В этом году мы решили, что это будет детская театральная студия, в которой занимаются дети с особенностями развития. Нас очень радует то, что это нужно не только нам, организаторам, но и нашим участникам, которые принимают участие в нашем проекте. Многие из них участвуют в нем, зная, что они не просто это делают для себя, но они помогают действительно нуждающимся в этом людям. И это очень ценно, и мы их за это очень благодарим. Возможность помочь есть у каждого, нужно лишь купить билет и прийти на спектакль. Премьера состоится 18 апреля во Дворце культуры города Барнаула. Юлия Филатова, Андрей Печоркин. Наши новости.